Профессиональный праздник в Республиканской детско-юношеской библиотеке определили самую читающую семью. В конкурсе участвовали более 60 семей. Читать всегда, читать с интересом. Вот, пожалуй, негласный девиз участников сегодняшнего праздника. Семья Александровых с книгой дружит всем. На конкурс они представили общий читательский дневник, оформленный в лучших традициях самиздата. Обложка, фотографии, внутреннее оформление – все сделано своими руками. Папа увлекается историей, младшая сестренка – сказками. А вот Кристина недавно прочитала портрет Дориана Грея, Оскара Уайльда. Мы стараемся читать все вместе, чтобы был такой вот час, то есть без телефона, без компьютеров, то есть час, так и мы читаем все вместе, то есть сидим по разным уголкам в доме и читаем как бы постоянно вот так. Ну, конечно, не очень часто, там 3-4 раза в неделю, но такие дни бывают у нас. Как бы всем интересно, все в доме очень тихо в это время, все читают, все очень тихо. В конкурсе три номинации – лучший читательский дневник, виртуальные экскурсии и плейкаст, в котором отражено содержание прочитанной книги. Свои работы прислали семьи из Маргаушского, Канашского, Аликовского и других районов столицы Чувашии. Для нас, организовывая конкурс, было важно подчеркнуть важность семейного чтения, потому что, сохраняя традиции семейных чтений, молодые родители, бабушки и дедушки своим примером показывают малышам, у которых еще не сложилась как бы потребность в чтении, показать, что чтение – это важно, что это действительно нужно. Нынешние читатели не просто любители хорошей словесности, а еще и знатоки цифровых технологий. Семья Савельевых подготовила виртуальную экскурсию по библиотеке в лучших мировых трендах. Смонтировать помог друг. Все началось, в принципе, с чтения сказок на ночь. То есть, соответственно, дети как бы пропитались этим. И уже когда повзрослели, сами быстро научились читать. Тоже с сыновьями читаем. Поскольку у нас вот здесь недалеко от дома библиотека, мы решили начать ходить сюда. У нас самые толстые формуляры. Победителями конкурса стали семьи Любимовых из Маргаушского района, Савельевых из Чебоксар, Назаровых из Канашского района. И взрослые, и дети с удовольствием ходят в библиотеки по соседству. Там огромный выбор, хорошие консультанты и особая атмосфера. Там хочется читать.